Ну что ж, друзья, всем привет. Вторая серия по Iron Harvest подъехала. И я подумал и решил, что каждую серию мы будем проходить по миссии по две. Зависит от долгости этой миссии, естественно. Как долго мы будем ее проходить. Но, думаю, ее мы с вами должны пройти на 100%. О, тут даже машины, смотрите, есть. Ладно, сегодня у нас очередная серия. Сегодня будем смотреть, играть и... Погнали. Все это жуткое. Без человека. Вы что, серьезно? Вами что, девчонка командует? Заткнись, она знает, что делает. Это да. Надеюсь. Надейся. Так, там враг. Мы знаете, как с вами сделаем? Гранату сюда с вами накинем, а им прикажем атаковать сбоку. Погнали. Гранаты там бесконечные, просто КД есть. Ой, как хорошо, они встали. Забудьте все, что я только что сказал. Я не знаю почему. И какого черта, но все пошло не так, как надо. Так, ну мы должны победить. Наверное. Нет, отойди! Тихо. Деремся. У нас все в КД. Нас окружают. Это не очень. Там еще. Ебать, что это? Друзья. Мы сейчас заново начнем. Мы начнем заново с вами. Не ожидал я такого поворота событий, если честно. Погодите. А чё нам так больно на пихуяре или прям с самого начала? Я, если честно, такого не ожидал. Честно, я такого не ожидал. Сейчас попробуем как-нибудь по-другому, наверное, потому что я думал, все будет не так уж. Они прям нам засаду устроили и справа, и сверху, и еще один пришел, и робот. Пиздец. Слушайте. Окей, может, с вами тогда пойдем вправо куда-нибудь? Ну, потому что, ну... Ну, вы видели. Или, может, тут по дороге ходит и, типа, этот, скажите. Смотрит. Чел, тогда логично. Тогда логично. Вами что, девчонка командует? Тут патрули, скорее всего, по дорогам просто ходят и все. Надеюсь. Это единственная проблема наша. Пошли. Но мы сейчас постараемся с вами, может, обойти как-нибудь. Здесь есть мостик маленький. Один, два, их может быть и больше. Быстрей! Их, да, их больше. Так, заряжаем ульту у нашей девочки. Бах, готово. Сейчас постараемся по одному их поуничтожать. А то что-то я полез, как этот, ебанутый, напрямик. Не очень хорошо сделал. Так, все, гранаты забираем. Это нам надо. Так, не, погодите, не уходи. Теперь идем сзади. Сейчас нападем сзади с вами. Сейчас мы с вами нападем сзади. Пошли, раз граната плохо сработала. В этот раз давайте кинем две гранаты и отступим. Кидаем две гранаты и отступаем с вами. Просто если сейчас робот опять вылезет, то это не очень хорошо. Да, вот. Я так и думал, что они патрулируют эту дорогу. Так, все, мы с вами разнесли, и мы с вами отступаем. Что дальше? Враг здесь! Так, все. А, я смотрю, они далеко от дороги отходить особо не могут. Это нам на руку. Опа, да, нам просто очень с вами не повезло, вы видели, там машина просто наступала. Ничего необычного, все нормально. Так, аптечку мы пока что оставим, она нам, скорее всего, еще понадобится, может, здесь по-любому будут люди, и мы будем сейчас стреляться. Робот пошел куда-то сюда, он, скорее всего, ходит по дороге. На самом деле, разнести бы его было бы неплохо, чтобы потом проблем с ним не было. Ну ладно, пойдемте сначала сюда, давайте. По фасту пробежим, мне кажется, здесь будут люди сидеть, нет? Должен сказать, я был бы тут сейчас. Вот здесь садимся, садимся. Уверен, потому паланцы и хотят нас прогнать. Так, ультуем. Может, девочка кончится. Наша ультует. Осторожно! Принято! Стреляем. Я не знаю, почему они до конца не стреляли, нам повезло. Давай, братишка. Медвежонок наш чисто хуячит. Сразу видно, медведь моей мечты. Так, окей, здесь с вами разобрались, особо ничего не потеряли, потому что что-то и тупанул. Мы можем, кстати, в дома заходить? Что понял? Нужно? Ну ладно. Иду. Не надо, так не надо. Больно надо вообще так-то, на самом-то деле. А, интересно, робот заходит в город или нет?
Это меня больше всего интересует. Так-то у меня есть план. У меня есть план, но вопрос, сработает он или нет. Давайте-ка мы сами сохранимся на всякий пожарный, потому что мы уже немало сделали. Ну, относительно. Давайте назовем один. Все, замечательно. Сейчас попробуем с вами уничтожить этого робота, чтобы если мы сейчас пошли нападать здесь, чтобы он резко не пришел и людей нам не надавал. Как бы. Все логично? Логично. Ой, эти прям по дороге пошли. Ебанутые, что ли? Пошли. Так, понял, ебанутые. Там еще с автоматами просто сидят. Не самая лучшая идея. Надо их где-то вот здесь встретить. Думаю, именно так мы с вами и поступим. Да, блядь, идите сюда, заебали. Все, надо вместе собраться, а то они по разной дороге идут, и это не очень хорошо. Это побочное задание, захватить базу на западе и на востоке. И там можем освободить заключенных и все, и посему получить солдат. А это нам очень надо, так что да. Сейчас попробуем с вами засесть. Вижу отряд противника. Да, я тоже вижу. Надо сейчас потихоньку здесь пройти, через лесок. И вот здесь с вами засядем. Лишь бы тут никто тоже не сидел. Это не очень хорошо будет. А может приманку какую-нибудь использовать? Как вариант. Хотя какая нафиг приманка? Вот они, идут, идут, идут. Это их сдержит. Да? Уебать, она ему снесла. Погнали, 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 погнали. Гранату кинули. Молодцы. Еще одна. Отступаем, 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 отступаем. Почему отступаем? Потому что мне, блядь, страшно, нахуй. Тихо. О. Ладно, деремся до последнего. Я вас понял. Видимо, такова цена. Погнали. Вон у него, кстати, КД виден. Не-не, стреляйте по этому. Это хорошо, кстати, что он на мишку отвлекся. Мы его сейчас разнесем. Еще и способность используем. Так, у меня парни ветерана появился, получили, это хорошо. Сейчас мы одному отряду как раз вот этих вот дадим. Я вот только из-за этого на самом деле хотел их сейчас уничтожить. Мало ли еще сейчас будут машины эти ебаные. Нам очень понадобятся гранатометы просто, вот и все. Пушки. Бронебойные пушки нам очень понадобятся. Сейчас мы похиляемся. Мишка, конечно, у нас... Ну, Мишка у нас весь урон получал от этой фигни. Что мы можем что-то сделать? Выберите отряд пехоты и нажмите, чтобы найти среди обломков... А, ебать прикольно. Они могут разбирать робота, получается, и мы получать ресурсы можем с этого, да? Ну-ка. У нас сейчас 450 и 300. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Сколько будет? Нормально, 50 металл. Я не знаю, где мы его храним, но... Слушайте, это интересно. На самом деле, это интересно. Выдвигаюсь. Ладно, пока Мишка наш хиляет, он по пути ведь может хилять? Да, он по пути хиляет, замечательно. Ну, вот этот отряд сейчас с вами похиляет. Кто? А, эти, да хуй с ним. Пошли. Ну, может их, кстати, уничтожить? Да, ладно, пусть сидят. Скоро буду там. Я хочу аптечку вот этим парням дать. С гранатометами. Слушаю. Ну, либо бронебойным оружием. Кому как. Кому как удобней. У вас есть... Они, кстати, медленные. Смотрите. Ну, там, конечно, там такие пушки, смотрите. Я первый раз, когда увидел, я обосрался, если честно. Они, правда, очень большие просто. Так, ладно. Хорошо. У нас с вами относительно сейчас все нормально. У нас еще один отряд получил ветерана. У них теперь есть способность. Чем это помочь? Хорошо. Похоже, там безопасно. Можно попытаться захватить. Можно попытаться, да, захватить. Вопрос только, с какой стороны нападать? Не в тыл же? Ой, то есть не на пролом же лезть, правильно? Сейчас посмотрим, с какой стороны лучше. Я бы прямо вот до сюда дошел, вот отсюда нападал. Здесь можно как раз забраться на холмик. Ну, сейчас глянем. Надо сначала вместе собраться в одной точке какой-нибудь. Скоро буду там. Вот давайте вот здесь. Пока что, слушайте, никого не видно. Просто гранатометчики долгие. Надо ждать их. Так, это центр. Нам еще одну базу надо будет захватить. Ну, это ладно. Что нужно?
Че, попробуем на пролом пролезть? Я не знаю, что из... Не, давайте все-таки боком обойдем, что-то мне не нравится на пролом лезть, на самом деле. Очень не нравится, я даже сказал. Здесь какое-то ущелье тоже не очень, а вот здесь, я думаю, как раз заход. Хороший будет. Давайте залетим. Там враги. Я вижу. Прямо как я, так, используем способность. Способность. Найс. А, не убило, смотри-ка. Интересно. Просто дайте нам цель. Цель подтверждена. Боевая единица получила новый ранг. Беги, 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 беги. Вступаем в бой. Цель подтверждена. Стреляйте. Найс, найс, найс. Отходим. Стреляем, отходим. Стреляем, отходим. Стреляем, отходим. Слушайте, это больновато слишком, вам не кажется? Мне вот, блин, кажется. Ну ладно, пока Мишка на себя внимание отвлекает, надо что-то делать. Надо занимать позицию. Нужно занимать позицию. Заходите в дом, заходите в дом, заходите в дом. Они в дом могут заходить, так это жимба. Сейчас разберемся. Сейчас разберемся. Мы можем заходить в дом, это имба. Сейчас еще способность завязаем еще у нашей девочки. Охуенно завязали, мне понравилось. Ладно, нормально. Все не настолько плохо. Эти парни, кстати, не стреляют. Тогда вот здесь садитесь. Ой, не-не-не, живи. Тихо-тихо. У меня после гранатометчики попасть нормально не могут. А тут парни хотя бы нормально еще смогут что-то сделать. Все. Выберите отряд пехоты или экзоскелет и нажмите. Так что, девчонка вроде как главная у вас. Да, она невероятная. Вроде Паланской Жанны Д'Арк. Не знаю такой. Но если стреляла она так же метко, как Анна, то да. Жанна Д'Арк. Найс. Мы-то думали, конец нам пришел. Пока Анна и Войток с нами, вот уж нет. Кто? Что, сможем мы захватить станцию? Это все силы, что у нас есть. Может, и не все. У тебя есть карта? Так, еще что-то? Нас поймали вон там. Ага. Пришлось сбросить машину. Там грузовик так, был. Что, если нужна огневая мощь... Возможно, там был грузовик. Сделать крюк. По карте я видел грузовик. Получена так, новая побочная задача. Но нам отряд не дали, и это обидно. А еще я только что... А где гранатометчики? А, не, нам дали один отряд. А, так все хорошо, мы им даем пулемет. Этот мы выпускаем, и хилку надо им дать. Вот здесь хилка есть, но я думаю, там враги еще, так что... Сейчас с вами зайдем, посмотрим. Машину взять не можем. Эти парни пулемет взяли? Взяли. Ну все, тогда пошли. У нас уже три отряда есть, пехоты. Не учитывая, конечно, Жанну нашу, да? Так, здесь есть кто? Враги какие-нибудь, не? Иду. О, пулемет, я вижу пулеметы. Я вижу. Я вижу! Что так, дальше? Берем вот этот отряд. Занимаем тяжелый и вот пулемет. Так, гранатометчиков мы пока хиляем. Надо им дать аптечку. А это что такое? Ой, так ящик с оружием. Пехоту нажмите, чтобы открыть ящик и вложиться найденным оружием. Чем могу помочь? Ну, дальше? Давай если я... так нужно. Эй, глядите, что-то интересное. Что в ящике? Да-да-да, хороший вопрос. Граната? Серьезно? Нахуй она мне нужна? Пошли. Они могут гранату завязать? Гранаты? Здорово. Они могут завязать? Они не только с пулеметом ведь, да, могут? Скажи, да. Шикарно, они еще и с гранатами. Это топ. Так, у нас есть одни парни с пулеметом. Вам были нужны гранаты? Теперь это неплохо. Скажите нам, куда их бросать. Ждем приказа. А, нет, нельзя. Да, блядь. Бери пулемет тогда, че. Без гранат, так без гранат. Надо вот здесь еще точку если сначала захватить. Убить, мы это ждем приказов. Может, мы один отряд с вами оставим вот здесь, как вариант? А че нет, кстати? Пойдемте с вами тремя отрядами дальше. У нас вроде и так неплохо выходило, так что... Проблем не должно возникнуть, один оставим. Не проблема. Укрытие никогда не помешает. Здесь еще парни, кстати, сидят через реку. Будет сделано. Надо их разъебать. Немножко.
Чуть-чуть совсем, капельку. Так. Здесь где-то можно пройти? Вот здесь можно пройти. Опа. Будет сделано. Не понял. Вы кто? Лучше держаться в укрытии. Осторожно! Прямо как я. Так, юзаем способность. О, она сразу двоих разъебала. Нихуя себе, мужчина моей мечты. Только девушка. Ебать. Разъебал. Это-то я понимаю, имба нахуй. Быстрей! Пошли. А ты куда идешь? Мишка! А, Мишка, все, Мишка в раш вошел, я вас понял. Тут забей, Михалыч чисто в раш вошел. Так, ну окей, у нас есть пулемет. Мы его пока что оставим тут. Я думаю, он нам очень понадобится, потому что пулемет он очень сильно роботов выносит. На самом деле, как по мне, это имбовенько. Особенно в узких пространствах, так вообще конфетка. Так или иначе, мы должны этим отрядом справиться. А потом вот этот просто через реку переведем и уже будем им что-то делать. Где ты выучилась так стрелять? Брат научил. Он тоже в сопротивлении? Так. Уверена, он бы в нем был. Так. Иду. Ну все, здесь никто уже ничего не патрулирует. Мы с вами всех вот так вот. Да-да. Так-с. Еще одна точка. Напрямик опять мы с вами не пройдем. Тут окопы, окопы, окопы. Пройдем через низ. Пойдем через низ. Иду. Так, гранатометчики и пулеметы. А, они, кстати, очень долгие. Они оба очень медленные отряды. Мы пойдем максимально через... Надеюсь, хоть холод из костей вытрясу. Холод? Ха! Дома русский у нас такое считалось теплой ночкой. Так, все, подошли. Что такое? Будет сделано. Сейчас мы им покажем кузькину мать. Тяжелый у вас работенка, а? Дайте передохнуть. Так, ультуй! Мы всю ночь повстанцев искали. Я сказал, ультуй! Она не ультанула, блядь. О, она двоих убила. Ладно, нормально пойдет. А что они делают? Я им сказал сегодня стрелять. Они своих отъ... Блядь, какие нахуй штасы? И немножко туповат. Ну, мелочи жизни, что поделать. Ну, у нас Мишка танкует, ему вообще как-то пофиг вроде. Блядь, они себя же ебут. Ну что за херня, алло? Что с вами? Люди, что с вами? Почему вы сами себя ебете? Так, там еще один отряд, кстати. И там еще ящик есть. Там, наверное, опять какая-то граната будет говняная. На все хочет стрелять, блядь, успокойся. Ужас какой-то. Так, тут есть гранаты, хилка. Так, это нам понадобится. Выдвигаюсь. Так, тут надо Михалыча похилять. Мятежники могут быть где угодно. А что они лохопешные? Прямо как Янок меня учил. Быстрей! А чё они все такие покоцанные? Блять, куда вы все снаряды проебали? Сука, тупые, блять. Так, давайте ее спрячем лучше. Потому что наши гранатометчики это что-то с чем-то. Лучше спрятаться, ну его нахуй. Тревога! Они пытаются освободить заключенных! Так, да уже поздно тревогу поднимать. А вот хилка мне не помешает. Все разрушено. Это еще ничего. Я видел города, где что были это? Разрушены целые кварталы. Вооружиться инструментами. Это все машины. Кого? Те, что побольше, могут одним движением снести дом. Инструменты. И что нам с ними делать? Инструменты и мины. Вот это уже дело. Мины? Мины, да, мины надо. Михалыч, блядь, опять в раш вошел. Ебаный хуй. Поможем Михалычу. Михалыч просто сидит врага, его уже не остановить. Михалыч, это же, знаете, такой мишутка у нас. Ну ладно. Мелочи жизни. Михалыч совсем справится. Готово. Так, мины. Мины, мины, мины. Они могут нам пригодиться. Они могут нам пригодиться. Нахуй эти гранатометы, давайте мины поставим. Давайте сначала поставим мины, а потом уже все остальное, пожалуйста. Ну, потому что это какой-то пиздец. Лучшие инженеры Палании ждут приказов. Они могут ремонтировать и строить... Мины! Мины давай. Полегче, парни, не спешите. Так, надо их прикрыть. Давайте-ка здесь сядем.
Нормально. Сделать больше мешков с песком? Да, они вон там сидят. Надеюсь, наша Анна не будет стрелять. Нужно что-нибудь сделать? Так, минку одну мы с вами заложили. Думаю, давайте еще одну на всякий случай вот тут с вами поставим. И все. Думаю, хватит. Вернем обратно им гранатомет и пойдем. Если что, мы сюда еще вернемся. Я бы на самом деле на мосту поставил еще мин, потому что я думаю, мы потом защищаться на самом деле будем. Это знаете, как во всех стратегиях, тот же Company of Heroes. Сначала ты захватываешь, потом на тебя идут рейд делать. Типа, логично. Тем более мы в тылу врага, это более чем логично. Так какой будет план? Разделаемся! Так, забираем. Мишка, слушаю. Мишхалыч, Мишхалыч, что тебе дать? У нас есть хилка, но ее пока юзать, я думаю, нету смысла. Ну да, толку от этого ноль, на самом деле. Возвращаемся, гранатомет. С нас работа. Вой, так ты просто умница. Бронебойщики готовы что-нибудь взорвать. Укрытие очень кстати. Погнали. Что такое? Пошли. Погнали. Нет, стоп. Будет сделано. Погнали вниз. А, мы через низ будем нападать. Может, здесь окопы, и они здесь очень хорошо засели. И это, ну, сами понимаете. Не очень-то так-то вариантик. Вот через низ пройти, я думаю, самое то. Вот прям максимально по низу. Здесь никто ведь не сидит. Так шикарно. Чё. Вот здесь вот можно похоже, засесть. Там безопасно. Пригнись! Мы здесь просто сидим. Это их сдержит. Не! Извиняюсь. У нас Анна чисто в соло ебашит, я вообще плевать. Чисто с Михалычем вместе. Михалыч вообще вроде плевать как бы. Ну и наши парни, естественно, подключаются. И могила. Так, еще идут. Так, ну мы тут засели хорошо. Я думаю, у нас вообще проблем не возникнет. Можно просто сидеть, и они сами сюда придут. Ебать имба. Ебать имба. Просто ебать имба. Я по-другому не могу это назвать. Так, что Анна, дальше? Иди-ка посмотри. О, тут еще... Пушка? Это уже пушка, это даже не пулемет, это пушка. О, еще лопаты. Это хорошо, на самом деле. У вас есть цель для нас? Принято. Сейчас захватываем, еще один отряд дают, и мы его на пушку. И мин еще поставим, и вообще имба, я думаю, будет. Да. Побочная задача достигнута. Думаю, да. Так, все, мы побочки с вами выполнили. Там еще одна есть, но... База принадлежит нам. Ура, Полания! Чего так долго? А, это кто? Я Анна. Анна Великая! Освободительница, стрелок, наездница на медведе! Ладно. Полевое орудие, вон туда! Пригодится, если... Правда, Жанна Дарк какая-то своего времени. Так, берем с вами это. Вместо гранатометов опять возьмем лопаты. И все, мы готовы. Во-первых, встаем здесь. Потихонечку. Орудия готовы. Пулеметики, идем. Сюда тоже идите. Слушай, Жанна, тоже иди пошли. Сюда. Я ее буду Жанной называть. Как-то ей больше идет. Мины. Мину сюда. Полегче, я думаю, две мины можно. Одну сюда, другую чуть подальше. Все. Орудие готово к бою! Более чем хватит, думаю. Готовьтесь стрелять! Проклятие! Какое тяжелое орудие! Оставьте орудие. Его сделали не для того, чтобы таскать туда-сюда. Да нет, я думаю, нормально. Так, мы никуда не торопимся, мы такие, знаете, люди простые. Так, и вот сюда одну. Бронебойное орудие готово к заданию. А ты вставай сюда. Все. Чем могу помочь? Выдвигайся. Анна встает сюда с парнями. Врага пока не видно. Так какой будет план? Это пока. Пока что. Все вы там, мины. Всё. Забирайте гранатометы и погнали. Мы с вами готовы, в принципе, нападать. Что нужно? Так, ты двигайся вперед. Сейчас будем с двух сторон сжать их.
Захватить машины на севере. Да, тут есть машина, но я думаю, блин, они нам нафиг не нужны. Зачем нам машина, типа, ну серьезно. То есть еще один, на самом деле, переход, но окей, пойдем по этому. Чем мы можем помочь? Не суть важно. Подготовить пулемет! Мы прихватили бронебойные пушки. Так. Орудие готово к бою! Вперед еще выставляем. Готовим. Думаю, арсенал. Куда-нибудь вот сюда. Слушаю. Иду. Просто дайте так, нам цель. Сюда. Врагов не видно, но тут здесь уже есть окопы, я уверен, что там будет кто-то. Ждем приказов. Размещаем. Пока что встаем на мосту. Мост — это замкнутое пространство, поэтому нам только в плюс пока что. Дальность у оружия здесь очень большая, вроде, да? Да, ебать тут. Готовьтесь стрелять! Чем мы можем помочь? Подготовить пулемет! Силы противника близко! Да, я так и думал, что здесь люди будут. Готовы поражать цель. Чем могу помочь? Все, наши уже стреляют, я уже слышу. Ля, зря вы это, парни. Ой, зря. Так, вот это плохо. Я с ними справлюсь. Не-не-не-не, ты-то куда? Остановись! Отойди. Пулеметный расчет слушает. Там парни вообще идут им похую. Я вот этим хотел сказать, чтобы они здесь сюда стреляли. Ну, тут было два отряда вражеских, держу в курсе. Вот так. Ты просто умница. Тут парни потихоньку ебашат. Нормально. Ну, видите, имба ведь. Скажите же имба. Повышение даже получили. Просто имба. Легкая мишень. Просто сдох. Следующий. Все? Ну, как бы все, да. Так, ладно. Орудие готово к бою. Орудие давай вот сюда переставим с вами. Что дальше? А на самом деле мы с вами здесь позиции, иду, правда, займем, давайте. Только надо не так занять, как, блядь, нет, вот, нет. Ну, давайте прям лучше здесь стоять. Лучше держаться в укрытии. Так, мы почти дошли. Ждем приказа. Здесь, не знаю, что. Может так-то, правда, здесь я уже бросить это орудие. Я думаю, у нас пушка есть, нам ее хватит, на самом деле. Бронебойное орудие. Разобьем! Что вам нужно? Лучше, чем ничего. Ну-ка, как оно ёбнет, интересно. Не, не уходите! Подождите! О, сагрил. Ну, хоть ладно, хоть так. Давайте. Тут пулемётчики наши. Ебать, имба! Пушка имба. Видели, просто ХП исчезло у парней. Слушай, мы не забыли, как стрелять. Пиздец какой-то. Избиение младенцев. Думаю, это примерно на это похоже. Так, садимся в дом. Тут же дома есть. Я только что вспомнил. Будет сделано. Наши парни... давайте в этот дом. И все, наверное, да? Так, вот этих надо тоже с нашими соединять пойти. Так что пойдемте, мы сейчас здесь с вами пройдем. Так, все, все дома заняли. Опа, пулеметик. Пулеметик. Слушаю. Интересно. У нас дальность больше. Готово к бою. Готовим арсенал. Так. Бронебойное орудие готово к заданию. Просто давайте-ка мы вот этих выходим, парней выпустим. И вот. Занимаем позицию получше. Не, давайте сначала вот сюда. Я хочу посмотреть, как он против пулемета сработает. Только поэтому я его и пустил. Бля, пол хп снес. Ну да, они не дойдут. У них дальность очень маленькая. Ебать-имба, я ебу. Ну, это топ, друзья. Это топ, по-другому это не назовешь. Просто топчик. Так, орудие идет дальше. Здесь мы берем, садимся. Здесь в этот дом по фасту. Здесь пока пусть парни сидят. Да, думаю, пока пусть сидят. Мало ли здесь еще кто придет. Замечены враги? Не вижу. Блять, просто пушка снесла, нахуй. Так, давай способность завязаем. Гранату все-таки кинули. Ебать, дом разнесли. Я понял, гранаты можно дом разъебать. Вот это плохо, на самом деле.
Бронебойное орудие готово к заданию. Так, пойдем поможем. Гранатометчики готовы. О, ща мясо устроим. Просто сюда гранатку, прикиньте, закинусь. Такая вкусняха будет, это же пиздец. Тихо. И отходим. Смотрите. Бам, просто мясо. Блин, так сочно. Так. Да, все могло быть иначе, но, как видишь, не судьба. Ждем приказа. Так, давайте выставим орудие. Я не знаю куда, поэтому пока что все в эту сторону. Что мне кажется, что все-таки оттуда нападут, а не сзади. За машиной мы уже не пойдем. Я думаю, нету смысла, тем более. А вот я бы здесь засел за пулеметчиками. Пулеметчиками сюда гранатометчики. Гранатометчики готовы. Здесь можно просто автоматы наши. Ну и сюда же Анну, давайте. Здесь хилка просто есть. Сдается мне, они переходят в наступление. Да тебе показалось. Один, два, тут, кстати, ящиков может много. Быть и больше. Конечно. Так. Все, встаем. Кто хороший мишка? И захватываем флаг. По заданию. Михалыч там в человека вошел. Мелочи жизни. Станция наша. Угу. Это не все, я правильно понимаю? Спасибо за спасение, парни и девушка. Мой отец, человек с металлической рукой. Вы его видели? Русветцы приближаются с севера! Их много! С севера, блин, они все-таки сверху пойдут. Да ёперный. Мы их остановим. Я думал, они все-таки снизу пойдут, я там мин наставил. За орудие! Закопать мины! Занять оборонительные позиции! О, пушки! О, скорее, о, извините, я просто кончил только что. Получено новое задание. Инженеры готовят бронебойное орудие. Так, у нас есть одна пушка. Так, этих сюда. Мины. Мы его мигом от меня требуется. Готовы поражать цель. Так, не, погоди. Это сюда. Это сюда. Это сюда. Это сюда. Пизда. Тяжелый пулемет. Это сюда. Размещаем орудие. Так, сколько у нас есть? Не писано, сколько у нас есть минут свободных. В этом проблема. Что нужно? Скоро буду там. У нас парни не сидят. Не сидят. Так, сядьте внутри. Тогда. Ебать, у нас сколько всего, я ебу. Извините, конечно, но это так. Так, ладно, мы готовы. Что такое? Пушки готовы выставлены. Только чуть под... давайте. Вот сюда давай. Во. Все. Если что, есть пулемет. Чем мы можем помочь? Вместе с этим. Пулемет. Да. Стражник готов выдвигаться. Этот парень, он типа с автоматом, да? Хотя вроде у него пушки есть. Ну блин, выглядит круто эти парни. Отразить контратаку. Отразим, не проблема. Тут еще ящики есть, я хотел посмотреть, что в них есть. Ну, давайте глянем, кстати, что в них. А что бы и нет, давайте посмотрим, что в них есть. Так, тут есть еще есть две хилки. Угу, буду знать. Ладно, еще одна вот есть. Еще одна. Блин, будет весело, походу. Ладно, окей. Сделаю. А что я получил? Конечно. Понятно. Будет сделано. Окей, что-то, видимо, я получил. А мы успеем, интересно, мин наставить? Бронебойное орудие готово. Попробуем? Не попробуем. Приближается первая волна, написано. Только хотел. Ну ладно. Нормально, у нас должно получиться. У нас есть две пушки, один пулемет, два... О, блядь. Еще кончу. Опа. Неприятеля. Просто нахуй. Похоже, пол отряда разъебал сходу. Прикончим их! Ебать. Разносит. Так. Мы выстоим! Дайте мне цель! Ломайте, ломайте вот эту тему основную. Готово. Хиляемся, 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 хиляемся. Враг здесь!
Друзья, надо хиляться. Я понял, короче, они пойдут один фиг оттуда, поэтому ставим сюда. И вот сюда машину. Слушаем. Я придумал. Вон там отряд остался. Я понял, что они там стреляются. В общем, мы сюда ставим наше второе орудие. Здесь одно, здесь другое. У нас, конечно, нету окопов, но... Похуй. Мы так ставимся, надеюсь. Так, здесь гранатометчиков поставим. Блять, только вышли, пизды получили сразу. На нахуй. Это была первая волна, да? Это не конец. Угу. Эй, ты там! Ебать, там! Где Легкос? Где мой отец? Твой? А, дочка профессора Дыбовски. Ну, конечно. А тебе он не упоминал. Знал бы я раньше, это бы все изменило. Эй! Чё ты орёшь, блядь? Подскажешь мне, где твой дядя? Он ведь не бросил тебя здесь, верно? Где мой отец? Твой отец не раскрыл нужные мне сведения. Ну, хоть в чем-то мне повезло. Привет, куколка! Сволочь! Рука. Следи за языком, девочка. Продолжаем. Готов к атаке! Угу. Да мы сейчас всех вот так вот, а вот... Готовь. Вот туда вот. Получена да-да. Новая основная задача. Основная задача выполнена. Пошли. Отступаем. Отступаем. Сколько у них дальность? Нормально у них дальность, все нормально. А, нападение руссветцев пережить 2-2, да? Слушаю. 2 будет. Будет два нападения будет. Понял. Укрытие хорошо. Никогда не помешает. Чем могу служить, Палани? Чем мы можем помочь? Так, пулемет, блядь, он так неудобно стоит. А, я могу просто робота передвинуть. И все, не париться вообще. Палания переживет своих врагов. Продолжаю движение! Блядь, ебаные вот эти. Можно ему назначить стрелять? Открывать область. Сломай эту хуйню. А, у него пулеметы обычные. А. Ладно, все, стой. Ебем, пацаны, ебем. Опа, сзади идут. Сзади идут. Так, ну сейчас гранату кинем. Просто в мясо эту гранатку. Вот это вот меня напрягает. Так, стреляем. Все, мы пушку успели под это самое время. Так, что тут? Разнесли, все замечательно. Ты куда? Что ты делаешь? Умри нахуй. Ну чё, пососал яиц. Ой, блядь. Да погоди, нормально же общались, ёбаный рот. Нам не победить и не сбежать. Мы никуда не пойдем. Храбрее, бойцы, за Паланию! Палания! За Паланию! По факту, сейчас разъебем. За Паланию! Легкоц? Дядя? Это наш дядя? Нам помощь пришла. Но я так и думал, что будет. Ебать, что это за робот? Макака какая-то. Дядя Лех? Атакуйте, чего вы ждете? Атакуйте! Так отступай, блядь, отступай! Они в моем распоряжении? Нет. А, мы должны нападать, хочешь сказать? А, не, на нас нападают, все хорошо. Дайте мне в грязь! Орудие готово к бою! Так, сюда робота. Ёбаный хуй, вот этого нападайте. Дайте
Вот этого несите, что происходит, блять, мама, куда я попал? Капец тут роботов. Давай ультани, девочка моя. Кстати, пулемет в итоге бесполезным оказался. Ну, он, кстати, не сильным оказался. А, так его и надо было так убить. Костяна пошла как только это. Зубов тебя ждет море боли. Нет, не думаю. Он убегает, серьезно? Куда, блядь, стой нахуй. Ебать, прыгнул. Ну мы разъебали. Так надо было только его и убить. Блин, ну я думал, надо будет остальных тоже. Что-то как-то имбово тогда. Я все на него сфокусил. Ай, бля, громко. Мы справились! Дядя Лир! Они Анна, что ты? Папа? Папа? Анна, я всегда хотел защитить вас обоих. Ты смог. Нужно предупредить Генриха Штайнмитца в Колна. А тебе надо бежать, спасаться. Зубов назвал тебя профессором. Почему? Анна, нам пора. Здесь опасно. Друзья, всем, у кого минус уши, пресс F. Ля, какой. Ладно, разделимся. Нас всех разом не поймают. Операция «Надежда» продолжается. Поланское сопротивление никого не подведет. Никогда! Никогда! Ура! Папа был профессором Дыбовски? Именно так. Твой отец и Генрих Штайнмитц работали на Теслу в то время, когда тот изобрел автоматы. А, Тесла не знаю, жив. Что Зубову нужно от них. Мы узнали, что сукин сын их разыскивает, и я послал людей. Похоже, мы опоздали. Почему никто не рассказал мне? Никто не должен был знать. Они были инженерами на фабрике до твоего рождения. Сбежали, чтобы начать новую жизнь. Но война их все же нашла. Мне нужно поговорить с Генрихом из Колна. Он должен что-то знать. Мы тоже двигаемся туда. Русветцы установили блокаду вокруг города. Мы хотим нанести им визит. Если не хочешь бежать, присоединяйся. Нам нужен стрелок. Сперва похороню папу. Ладно, но не медли. Война никого не ждет. Не шутка, приедет. Жалко батю, конечно, бля, пиздец. Думал, они его просто заложники взяли, и это, типа, у него просто перчатку эту сняли, но они ему нахуй руку отрубили, пиздец. Не могу. Банёшься. Ой. Да, всем, у кого минус уши про СФ, как я и сказал. Пиздец, тут касцены громкие, почему оно так сделано, я не знаю. Почему, а вот тут вообще звука нет. Почему мы рассматриваем пути вместо того, чтобы идти в Колна? Прорвать блокаду лишь половина плана. Мы еще хотим помочь горожанам, привезти им припасы.
Смотри, что видишь? Русветских солдат, немного патрулей, грузовой поезд, рудники, насосы. Нихуя себе бинокль, блядь. Но это скоро изменится. Вот я понимаю, бинокль. Просто все видно. Больше всего надежду. Мы ворвемся на базу Русвета и угоним их поезд? Мы войдем в историю. А чё нет? Ебать там махина. Депо хорошо защищено. Да я вижу. О, это шо? Это экзоскелеты типа? Мне нужна база и ресурсы. Много ресурсов. О, компания в Херас начинается, строительство базы. Получена новая основная задача. Ебать там сколько всего. Ёперные ресурсы надо захватывать, железный рудник. Геймплей, друзья, чтобы вы понимали, только начинается. И в следующей серии мы с вами займемся чем-то вкусным, прекрасным и интересным. Следующая серия, правда, будет очень интересная, в том плане, что мы наконец-то будем строить базу и нанимать войска. Но это уже будет следующая серия, друзья. Я с вами пока что не прощаюсь, завтра выйдет новая серия. Ой, будет вкусненько. Ну да ладно, с вами был Ксиас за Лео, подписывайтесь на канал, присоединяйтесь к нашему Discord-серверу, увидимся в следующей серии, друзья. Всем спасибо за просмотр и всем пока.